Так, 19 марта, все, приехали. Вон там кигач, а мы сейчас едем попробовать. Ну, по 50 грамм уже приняли, и попробовать половить рыбу. Вот, я тоже здесь, короче, все, мы приезжаем быстренько на час на два. Это наш первый день. И вот мы уже в пути, преодолеваем очередной ерек. На самом деле это необходимое место, хотя на видео не очень видно. Но так как у Алексея полноприводный автомобиль, мы с легкостью преодолели его. Правда, немного черпанул бампером грязи. Нарыл, смотри. Жень, ну что, ну вот ты бы пытался собрать, да? Евгений у нас, в общем, скажем так, быстро пытается учиться ловить кастинговую снастью. И вот он первый раз сам прикрепил катушку, а оказалось не то странное. Вот, ребят, учтите, катушку надо правильно ставить. Ну, наоборот, в общем, закрепил. Ну что, похвалим его, но он же сам пытается на своем личном опыте. Жень, вот так или нет? Посмотри, маши там. Ребята, да. Учитесь, скажет. Сейчас показываю. Давай показываю всем, как надо. А вы говорите контент. Вот он. Вот так. Вот. Теперь все нормально? А то когда ее наоборот одел, получилось под правую руку, да? Да, я не понял. Смотри в камеру лицо твое. Где? Вот. Как? Пьем за Евгения, за его первые шаги в кастинге. Жень, что ты поймал? Кого? Судак, смотри. Лех, видишь, даже виски не заловит. Лех, ну-ка скажи, как это, что это, как это вообще? Как это поймать сегодня? Как это поймать, Жень, сегодня судака просто, а? Ну скажи. Как, кидать надо? Кидать. Замрите, ангелы, смотрите, я кидаю. Ангелы? Да. И согласитесь. Есть. Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот. И прямо в руки запретный плод. Он наслаждение. Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Все. Моих грехов разбор. Оставьте топоры. Вы оцените красоту игры. Пусть весит заветен. Ну надо посчитать вот это, 120 что-то. Слушай, что там, хуй знает. Белеет мой парус огонь, одинокий на фоне стальных кораблей. Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем я сегодня утонул. Ну, сейчас сушку сапоги со стельками. Поехали туда, в церкви. В церкви поехали. Вот такой вот, ребят, первый день у нас, хорош. Леха. Че ты застрял тут? А мы шли мимо, глядим, Леха застрял. Думаем, надо помочь человеку. Не получается. На самом деле, пересекая очередной ерек, сильно подсели, как вы видите, самим выбраться не было возможности, так как мы поехали на одной машине, после того, как приняли по 50 грамм, вот. Ну, а в машине Алексея не было ни лопаты, ни троса, в общем, ничего не было. Пришлось звонить в службу спасения 112, вот, так как мы находились в погранзоне, никто посторонний туда приехать не может. Службы спасения дали нам телефон пограничников, мы звонили с пограничниками, вот они приехали, пытались нас вытащить, но так как у нас троса нет и троса у них не оказалось, вот им пришлось возвращаться, они снова уехали,
нашли где-то трос. Ну и, в общем, в конце концов, выдернули нас, за что им огромное спасибо. Погранцы рулят. Вот. Ну, а мы, грубо говоря, спокойно продолжили свои приключения в Астраханской области на реке Кигач. И, в общем, ну вот первый день у нас вот такой вышел. Такой вот день с приключениями. Обычно мы ездим на двух машинах, но так как мы день приезда отметили и выпили по 50 грамм, вот поехали на Алексеевой машине. В моей машине, естественно, есть и лопата, и буксировочный трос. Ну, на своих ошибках учимся, и в следующий раз мы их учтем, и все у нас с собой будет. Хороший такой. Сейчас посмотрю, похож. Раз, раз. Хотя. Судак, судак. Судачендрис. Что говоришь? Руками поймал? Вообще ни удар, ничего не было. Я думал, корректно. Ничего, он даже не сопротивлялся. Просто как бревно лежал. Подвис? Сюда его усадил. В щеку. Лёг. Есть. Как обещал. Жень, давай лови, а то клюет. Пиздата. Там, конечно, и берег крутой, и... Неудобно, да? Неудобно?
рыбалка в марте этого года, 23-го, на реке Кигач не очень была. Ну, рыба с трудом доставалась нам. Вот, но все-таки трофеи были пойманы. Алексей вот заудил толстолоба, по-моему, 13 килограмм. Павел тоже взял сазана, вот, килограмма на 3, наверное, на 5. Ну и у меня была щука под 3 килограмма. В общем, как таково, больше трофеев-то и не было. Вот. Все это было поймано с помощью спиннинга. Ну, а также немного подловили и судака, конечно. Домой рыбки привезли. Ну, как говорится, сбили осковину. Ну, а сейчас вы видите вылаживание толстолоба. Вот, Алексей собственной персоной вот заловил его. Вот. В эти дни Алексей сильно отличился у нас. Поймал самого большого трофея. Мы, конечно, тоже старались. Но Алексей не только поймал трофей, но и наловил большую часть судака от нашего общего улова. Вот. Алексей отличился, выбрал верную тактику ловли судака. Обычно на этих берегах очень много народу, и приезжая на место, мы встаем на определенную точку и оттуда, грубо говоря, целый день не уходим. Но так как в этом году весной достаточно пустынно, то Алексей выбрал тактику поиска, то есть перемещение по берегу. Вот он перемещался по берегу, проходил большие расстояния, ну и за эти труды получал вознаграждение. Где одного судачка возьмет, где два, ну и тем самым он налавливал, скажем так, большую часть. Вон он, столбище. Да. В эту поездку в Астраханскую область на реку Кигач мы ездили нашим обычным составом. Это я, Павел, хороший. Алексей и Евгений. Вот, мы с Павлом, значит, провели 5 дней в этот раз, так как мне нужно было срочно возвращаться на работу в связи с моим коротким отпуском. А Алексей с Евгением, они еще задержались на 2 дня, то бишь 7 дней. Все эти дни мы проживали на базе Кигач Клуб. Спасибо хозяину Сергею вот, за гостеприимство, теплый прием. Вот. На этой базе мы останавливаемся с друзьями уже несколько лет подряд. И те, кто ездит на эту базу, не дадут соврать, что очень приятное место. Вот. Также приезжает много наших друзей на эту базу. У нас по вечерам происходит приятное общение. Вот. Ну, оговариваем прошедшие дни, пойманных трофеев и т.д. и т.п. Легче подать будет. Ты не поднимешься здесь? Так ты обвалишься. Не, на туда иди. А мы не встанем. Здесь вот. Поймаешь, еще не вытащишь. Ну и ничок. Зашел, зашел, подпужил. Все видеоматериалы в этом ролике собраны из 5 дней нашего пребывания на базе и на реке Кигач. Вот на такой крючочек, поймали маленького толстолоба. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Ну а мы с вами встретимся снова осенью в Астраханской области на базе Кигач Клуб и на реке Кигач соответственно. Всем пока!